Шалом, друзья! Я сегодня хочу с вами поразмышлять над одним интересным местом Писания. В Евангелии Иоанна. 5.39 сказано, исследуйте Писание, ибо вы через них надеетесь иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют обо мне. Важно понимать, что когда Ишуа обращался к слушающим его людям, и эти люди были евреи, которые понимали, что Писания, которые были написаны на тот момент, это были Писания Танаха или Ветхого Завета. Ишуа говорит, исследуйте их, исследуйте, то есть ищите меня в них. Знаете, я хочу с вами сегодня поразмышлять над книгой, которую очень любят в христианском мире. Это история Иосифа, сына Якова. Эту историю очень любят проповедовать и размышлять над ней. Но я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели и увидели один из еврейских моментов, пророческий момент священных писаний. Потому что Иосиф, как прообраз Иисуса Христа, как прообраз Машеха, он раскрывает в этой истории наши с вами отношения, отношений... Сына и отношения отца, отношения братьев и отношения э, примирения отца-сына и через жертву Иисуса Христа, через жертву ишуа Мессии. Интересная история. Вы все помните этот момент, когда наступил голод в стране Ханаан. И вы помните, отец Яков, он посылает своих детей за хлебом, который на тот момент был в Египте. И мы все вам с вами помним, что Иосиф, он распоряжался этим хлебом. Вы помните, он узнал их, но братья не узнали его. Интересный момент. Почему они не узнали его? Потому что он выглядел теперь совершенно по-другому. Прошло почти, прошло 22 года, более 20 лет прошло с того момента, и братья, конечно, не могли узнать, потому что он был похож очень на египтянина. Я хочу вам сказать, что условия примирения с братьями, это было условия, которое необходимо было выполнить братьям, это нужно было, чтобы пришел младший сын, Вениамин. Вениамин в переводе с иврита «беньямин» — это сын по правую руку. Мы знаем, что в Писаниях сыном называется народ Израиля и сыном называется Ишуа Мессии. Я хочу вам прочитать один интересный момент 44 главы книги «Бытие». Вы помните, что Иосиф, он требует, просто требует, чтобы братья провели Вениамина. И братья приводят Вениамина, Иосиф подкладывает к Вениамину в мешок, подкладывает чашу, эту чашу находит, и он требует, чтобы теперь Вениамин остался. Но суть в том, что братья очень понимали, что если Вениамин останется, это будет сильным ударом по отцу, сильным ударом по его эмоциям. И они говорят следующие слова. 44 Бытие 30 стих. Теперь Иуда говорит, если я приду к рабу твоему, отцу нашему, и не будет с нами отрока, с душою которого связана душа его. Я хочу, чтобы вы увидели, душа отца, она связана с Вениамином. Вениамин, он является пророческим образом Израиля. Израиля, который сегодня по-прежнему дорог для своего отца. Сыновья Лии и сыновья наложниц, они являются прообразом, символическим образом верующих из неевреев. И если мы будем читать дальше, мы увидим интересный момент. 33 стихе написано, «Итак, пусть раб твой вместо отрока останусь рабом господина моего, а отрок пусть идет с братьями своими, ибо как я пойду к отцу моему, когда отрока не будет со мною? И я увидел бы бедствие, которое постигло бы отца моего». На иврите слово «пойду» буквально звучит «поднимусь». Здесь мы видим, что Иуда, он заступается за Вениамина. Он говорит, я не пойду без Вениамина. Иными словами, верующие из неевреев должны стать в проломе за Израиль и сказать, мы не можем вернуться к отцу, если Израиль останется здесь. Это важно понимать, что сердце отца, оно по-прежнему связано с Израилем. И Израиль ждет сегодня, чтобы верующие из неевреев обратили свои сердца и вызвали ревность у Израиля, чтобы народ Израиля, он вернулся к своему отцу. Это условие примирения братьев, примирения с Юсефом, который является пророческим образом Ишоа Мессии, Иисуса Христа. Восстановление отношений произойдет только в том случае, если... Вениамин, он придет на встречу со своим братом, которого звали Иосиф. Как же эта история относится сегодня к нам, к верующим завета, нового завета, Брит Хадаша. Я хочу, чтобы мы сегодня с вами заглянули в послание к Ефесинам и увидели очень интересный момент. Во второй главе послания к Ефесинам апостол Павел говорит такие замечательные слова. И нас мертвых, вторая глава, 5 стих, и нас мертвых по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены. Обратите внимание, он называет нас мертвых. И только еще он являет нам свою милость, он оживляет нас. Это пророчески указывает то, что однажды должно исполниться восстановление отношений полностью, как народа Израиля, так и верующих из неевреев. И дальше в 11 стихе 2 главы послания к Ефесянам говорится, и так помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые, обрезанные плотским обрезанием, совершаемые руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветов и обетования, не имели надежды и были безбожники в мире. А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далекие, стали близки кровью Христовой. Важно понимать, что теперь верующие из неевреев, они стали близки к народу Израиля, потому что Израилю по-прежнему принадлежат заветы и обетования. Ему принадлежат все права сына, и верующие из неевреев приобщаются к служению Израиля, к положению Израиля, к отношениям его с отцом через жертву Иисуса Христа. Во второй, во второй главе послания к Ефесянам чуть ниже написано, в 19 стихе. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Важно понимать, что святым на тот, народ, на тот момент был единственный народ, народ Израиля. И что теперь, когда верующие из неевреев принимают веру Ишуа Мессию, они становятся близкими, они становятся в близкие отношения со своими братьями, с Израилем, и они становятся свои Богу. Важно понимать, что именно те святые, о которых написано в послании Фефесиным, являются народ Израиля, который был единственным народом, с которым Всевышний заключил свой вечный завет. Я хочу сегодня, друзья мои, с вами помолиться, чтобы каждый из вас, он понял, что без Израиля окончательных восстановлений с Богом Израиля не произойдет. И что верующие из неевреев должны всем сердцем, всей крепостью, всем разумом обратиться для того, чтобы помочь Израилю вернуться в присутствие своего отца и восстановить его отношения с Иешуа. Точно так, как Вениамин однажды был приведен в присутствие Иссефа, Точно так и сегодня Израиль должен вернуться в присутствие Мессии и восстановить свои отношения с Богом Израиля. Я хочу с вами помолиться, чтобы сегодня Бог помог каждому из вас вернуть свое сердце, повернуться к Израилю и встать в проломе и молиться, чтобы эти отношения были восстановлены. Дорогой Отец Небесный, во имя Сына Твоего Ишуа Мессии, я прошу Тебя, благослови сегодня каждого моего брата и каждую мою сестру, кто сегодня приобщился к заветам и благословениям Бога Израиля через жертву Иисуса Христа, чтобы они увидели и поняли, что они являются братьями народа Израиля, которому принадлежит слава Израиля, закон Израиля, обещание Израиля, богослужение Израиля и от них сущий по плоти Бог Ишуа Хамаша. Иисус Христос, чтобы через восстановление отношений с верующими неевреями пришло примирение и восстановление народа Израиля со своим Богом. Я благословляю Господь Твоим святым именем каждого, кто услышал это послание. Во имя Сына Твоего Ишуа Мессии. Амен. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб нас насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избав нас от ука, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь.